Только вмешательство областной администрации помогло как-то сдвинуть это с мертвой точки. Была создана рабочая группа во главе с Арцебашевым, замглавы города по ЖКХ. И это позволило держать эту ситуацию постоянно под контролем. Пароходство, в принципе, сразу же пошло навстречу. Нам адвокат сказала, пришла от Ирины, что уже все получено, все это самое довольное, конечно. Ну, рады, что нас не выкинули, рады, что мы хотя бы городу принадлежим каким-то бандитам, а то мне зачем это все закончилось. Я верила в это, я, как говорится, еще, ну как, вроде как в школе работа, дети верят в чудеса, в хорошего учителя, даже и я верила в чудеса, просто-напросто, тем более я здесь прожила 24 года, поэтому я считаю, что для меня это очень, как говорится, большая радость, я была очень рада.